посмотри. И раз, два, три, и раз, два, три. Столько девочек хороших, посмотри. Мы за руки возьмемся, мы встанем в хоровод, попляшем, посмеемся и встретим Новый год. Волшебные часы. Где же волшебные? Ой, вот они, волшебные часы. Я про них совсем забыл. Кстати, вы знаете, только благодаря вот этим волшебным часам Новый год приходит в каждую квартиру. Только благодаря этим часам. О, вот так. Я слышал, как кто-то там стучится в дверь. Да. Дед Мороз! Здравствуйте! Кто? Почтальон! Дядя Саша! Какой почтальон, дядя Саша? Дядя Саша, почтальон детского радио. А, почтальон детского радио, дядя Саша. Знаю. Здравствуйте, дядя Саша. Тебе там на поле прорывается кто-то. Что? Просили передать письмо. Так, интересно. С холодным приветом кафе. Ну что ж, пойду посмотрю, кто такой. Кафе. Снегурочка, я скоро вернусь. Хорошо, дедушка. А вы, мои бравые снеговики, несите службу и помните, что вы часовые часов. Так точно, Дед Мороз! Дед Мороз, я, ребята, вам сегодня йогурт. Буду решать, когда наступит Новый год. А не эти ваши волшебные часы. Заморожу, все заморожу. Вперед, мои ледяные воины!
Я разобью ваши часы и разбросаю осколки по всему свету. Будет служить мне. Так что праздник не меняет. Ваши часы сломаны. Что за кар? Что за фэн? Дети. Бравые снеговики, а где Снегурка? Что тут произошло? Часы разбились, Снегурочку убрали! Часы разбились, Снегурочку убрали! Подождите, подождите. Дети, может быть, вы подскажете? Я в этом балагане не понимаю. Давайте, часы разбились, Снегурочку убрали! Часы разбились, да? А что со Снегурочкой? Убрали ее! Так вот, а кто украл? Лиза! Так вот, что это значит кафе. Это колдунья Фриза. Она специально написала письмо, чтобы отвлечь меня. Что же нам делать? Снегурки у нас сейчас нет. Часов у нас сейчас нет. Что же нам делать? Может быть, вы знаете? Дед Мороз, ты только не волнуйся. Снегурочка очень умная, что-нибудь придумает. Да-да, обязательно что-нибудь придумает. Дедушка, это я. Снегурочка, где ты? Что с тобой? Все хорошо? Со мной все хорошо, дедушка, не волнуйся. Летит, летит со мной над землей. Пока Фриза не видит, звоню, чтобы сообщить. Только что она выбросила на землю несколько деталей от волшебных часов. Снегурочка, а что ты видишь внизу? Где вы пролетаете? Снегурочка. Вижу полуостров, похожий на сапожок. Что же? Что же это за остров, похожий на сапожок? Италия! Да, это Италия. А в Италии живет моя хорошая подруга Фебе Фана. Здравствуй, Фебе Фана. Бонжурно, сеньоры Деда Мороза, Буана Феста. Филичана Нобу, банана и тента филичита. Бон, Натали! Я все понял. Деда Мороза, я пролетала над Римом, нашла деталь от часов и хочу ее вручить вам. Спасибо большое, Фея Бифана. Оставайся у нас на празднике. Будешь нашей гостьей. Спасибо. Спасибо большое, Санта-Клаус. Как приятно, что ты знаешь о моей еде. Оставайся и ты у нас на празднике. Спасибо большое. Пресса.
I don't know which doctor I was in love with you. Ting tang wah wah bang bang. Come on and do it. Это Индия. А вы знаете, что в Индии Новый год наступает аж целых 7 раз. 7 раз в каждом школьном городе. А живет там моя подруга Лакшми. Давайте ее громко позовем. Лакшми! Здравствуй, Лакшми. Здравствуйте, ребята. Здравствуйте. Вы меня позвали, значит, у вас Новый год. А под Новый год принято дарить подарки. Примите этот подарок от меня, это маятник от ваших волшебных часов. Спасибо большое, Лакшми. Поверь, в страну чудес откроют дверь. Там бубенцы на ногах звенят, как ноты. Там так поют, что танцевать охота. Хей, песа. Levanta mão pro ar, eu deixo ver a está, mãozinha na cintura.
с тобой? Где ты сейчас? Что происходит? Мы где-то остановились. Здесь очень холодно. А на небе северное сияние. Это что такое? Я тебе покажу северное сияние. Держите ее. Беги, Снегурочка, беги. Ой, дети, беда с нашей Снегурочкой. А скажите, где самое холодное место на планете? Якутия. Я смотрю, вы знали правильный ответ, да? Да, это не Антарктида, я подскажу. Это и не Северный Пол, это именно Якутия. А в Якутии живет мой очень хороший друг, самый сильный Чызхан. А сейчас давайте его вместе позовем. 3, 4. Спасибо, что спас Снегурочку. Здравствуй, Снегурочка. Здравствуй, Дедушка Мороз. Какое красивое небо. Какие звезды. Чизхан, расскажи о своей северной земле. Сейчас ребята расскажут тебе о моей северной земле. Над тайгой солнце светит, а в душе шумит река, а по небу гонит ветер золотые облака. Я люблю твои просторы, край Якутский, край родной, где леса, поля и горы покоряют красотой. Новый год приходит, голос как упадет наш, голос дырки ощущает твой волшебный час. Спасибо, Чызхан, спасибо большое, оставайся и ты на нашем празднике, будешь нашим праздником. Часов собрать. Давайте обратим свое внимание на восток.
а именно в Китай. Там живет мой очень хороший друг Шэньтай Баоджэнь. Он искусный мастер. Если вы не сможете найти сердце волшебных часов, то он с легкостью сможет сделать точную копию. Поэтому, дети, давайте вместе его позовем. 3, 4, 6, 5, 6. Thank you.
наши часы. А теперь надо всем громко сказать. Злые чары победили. Дети, что же нам делать? Давайте вместе скажем: Лиза доброй станет, и тогда она обязательно станет доброй. Хорошо? Давайте. Нет. Три, четыре. Нет. Лиза доброй станет. Давайте еще раз. Давайте. Лиза доброй станет. Еще раз, друзья, эти четыре. Можно? Ну что ж, дети, а теперь самое время сказать нашу волшебную фразу. Злые чары победим, мой часок возобновим. Хорошо? Давайте, три, четыре. Злые чары победим, бой часов возобновим. Дедушка, дедушка, часы уже 12 бой пробьют, а елочка еще не горит. Елочка не горит. Дети, для того, чтобы елочка зажглась, надо всем сказать. Раз, два, три. Елочка горит. Хорошо? Готовы? Давайте, три, четыре. Раз, два, три, елочка горит! Ох, видно, кто-то не кричал, видно, кто-то промолчал. Все вместе, три, четыре. Раз, два, три, елочка горит! Ура, дети! Волшебники объединились, потому что если когда мы все вместе, это значит Новый год приходит каждому, вам, вам и тем более к вам, дорогие. Поэтому сейчас настает самый интересный момент. Сейчас произойдет чудо, а для чуда мне понадобится ствол, мне понадобится волшебный мешок, мне понадобится волшебная вода, и мне понадобится ваша помощь. Понравилось? Да! Остался последний вопрос. А вам понравилось? Да! Спасибо большое!
зима придет. Мы не будем плавать, зима придет. С Новым годом вас, дорогие!